Боже мой, выходи за меня, ёптать. Ай, сука. Хорошо, Гарин, выйду. Ёбаный рот. Это ж пиздец, блядь. Страшное дело. В этих книгах каждый добытый доллар, каждый потраченный цент. Угу. Если Фрэнк отдаст их федералам, нам конец. Ну, нам конец, блядь. А вам когда-то должно быть конец. Или что, можно грабить, блядь, людей, убивать, кошмарить и безнаказанно это все? Надо отвечать, блядь, за свои поступки, нахуй. Вам конец, да. Стрей не играл. Я буду на стриме играть в Стрей. Привет, Саня Луганск. Видимо, были причины. Ну вот, блядь, вот такой дружочек, блядь, вам. Я, говорит, 50 лет его знал. Ну ты его ёбни. 50 лет знал человека, ты его убей. И после этого этот человек еще говорит такого, блядь, на всех, нам всем конец. Ты, сука, вор, коррупционер, тварь, ублюдок, паразит общества, который не сделал ни хрена полезного, ты создал только, блядь, организованную преступность, блядь, кошмаришь людей, на этом зарабатываешь деньги. Я такой добренький, я такой, блядь, хорошенький. Да я там нахуй всех, блядь, извините меня, строю. У меня такие, блядь, эти планы, материться там нельзя, то сделать нельзя. Я весь такой хороший. У меня тут долг, честь, блин, благополучие. Какая честь? Ты, сука, кошмаришь людей, блядь, и навариваешься на этом. Ты своего этого ёбаного компаньона, блядь, который 50 лет с тобой, нахуй, тусовался, ёбнуть, сказал какому-то своему одному из этих работников, ёпты. Ну, это вообще, я не знаю, блядь, это не человек, а мразь, блядь, подонок и тварь. Вот и все. Мразь, блядь, подонок и тварь. Вот и все. Мразь, блядь, подонок и тварь. Вот и все. Знакомство с сраным вообще. Нахрена мажем. Мы тут сидим с мужиками, беседуем на технические темы, а вы, блядь, с... У меня была бы рубашка такая. Значок. Вы знаете, у меня мечта вот где-нибудь достать форму старинную американского полицейского, вот такого шерифа, типа... Это вот знаете, как в фильме «Странные дела», вот там такой с пузиком ходил такой шеф полиции с усами. Усы, пузика, рубашка, вот это вот, и звездочка. Вот и у меня мечта где-нибудь такую форму взять, вот эту рубашечку, звездочка тут такая, шляпа и все дела. Я бы на заявки так пошел. Только, ну тогда бы меня в дурку точно бы, блядь, отправили. Не знаю, понимаете, у меня вызывает отвращение криминал. То есть я когда начинаю смотреть фильмы про криминал, все, меня они просто бесят. Меня бесит все их понятия, вот эти все. Все вот эти вот, блин, разговоры про какую-то честность, про вот это то, что... Мы не хотели, жизнь такая. Вот недавно начинал какой-то фильм про криминал смотреть с Хоакином Фениксом. Старый какой-то фильм, я забыл, как он назывался. Там они типа два брата-акробата тоже там какие-то мутят, там какие-то незаконные схемы. Ну, сука, ну только половину. Что вот не начинал смотреть все эти сериалы, типа «Клан Сопрано» или там фильмы вот эти культовые всякие про крестного отца и прочее. Ну, бесит. Ну, не могу я, блядь, ну, не терплю я просто криминал. Не могу я, блядь, принять вообще вот эти все их идеи, блядь, нравы, какие-то учения. Больше всего бесит, когда они строят из себя хорошеньких, блядь, честных, и какие-то там правила, блядь, свои вот эти вот выпячивают. Ой, вот у нас там, блин, нельзя материться. Или у нас там вот такая-то честь, или у нас там какая-то семья там. Меня это просто раздражает. Ваша семья гроша выделенного не стоит. Потому что в случае чего ваш Дон Корлеоне весь такой хорошенький, а вы за него должны дохнуть, как мухи, только чтобы он жрал
жировал, блин, на этом всем. Ёлки-моталки. Так, ладно, надо машину взять нахрен. Знаете, я рассказывал вам, когда я работал на заводе, я рассказывал вам, как мой напарник, он обожал криминал. Он смотрел каждый русский сериал про криминал, а я с ним вместе. Ну, типа, заявок нету, когда там же как электрики во всех абсолютно местах работают по принципу «есть заявки, работаешь». Заявок нет, сидишь в ожидании заявки, типа, да? Вот, и пока мы сидели в ожидании заявки, у нас там был старенький компьютер, там монитор на 14 дюймов, пузатый, кинескопный. На нем смотрели, значит, эти фильмы. И каждый русский сериал про криминал я посмотрел. Каждый, все поголовно, от начала до конца. Что-то, о чем Дону... Блять, запалит, сука, меня сейчас. А не хотелось бы, чтобы запалили. Ну, видите, ходят, товарищи. А еще есть игры, где Олег психует. Да, есть игры, где Олег психует. Разные игры, говорю. Игры бывают разные. Бывают игры, где ты вообще на секунду не можешь отвлечься. Это не такая игра. Это такая игра средняя. То есть вроде как бы я и могу отвечать на вопросы из часа, но быстро, не получасовые рассуждения. Или вы хотите, чтобы я как ЧД проходил второй ремейк? Ставил игру на паузу и... Он таков. Да, блять, почему нет кнопки-то убить его нахрен? Я думал, будет такая кнопочка. А ее нет. Блять, ну и куда этот тип убежал? Стелс! Да, тут, блядь. Ладно, пошли Фрэнка искать. Ну его нахрен. Ой, сейчас мы знаете, что сделаем? Просто тупо возьмем тачку и всех разъебем. Засядь в эту маленькую машинку. Ты дурной, что ли? Блядь, что-то не хочешь садиться. Как в первой части не получается. Ну ладно. Блин, не получилось. Блять. Стелс. Вопросов. Забавно. После похорон он больше никогда не вспоминал Фрэнка. Понятное дело, что он не будет его даже вспоминать. 50 лет прожил, блядь, а убить как здрасте, блядь. Вот и все. Вот тебе и Фрэнк, вот тебе и работа. Вот тебе и преданность семье, блядь. Убили, похоронили, ты хер с ним. С этим стариком. Был Фрэнк, нет Фрэнка, нам наплевать. Вот она. Семья хваленая. И самое забавное, что пошлют тебя убивать твоего лучшего дружочка-пирожочка, с которым так, ой, мы братишечки, мы водочку с ним пьем там, бухаем вместе там, в баньку ходим, паримся там, тёлочек таких мы сисястых, кругложопых мацаем там. И вместе мы такие братюдечки, мы друг друга, когда пьяненькие, подвозим до дома там. И вот это все, и потом на дело ходим вместе, а потом бухаем после этого опять водочку там. И вот этого твоего, блядь, якобы братюнечку твоего пришлют тебя же ёбнил. Вот зачем мы здесь. В каком-то смысле. У Морелла есть продажный прокурор по имени О. Буона фортуна, рагаци. Буона фортуна, рагаци. Буона фортуна. Рогатцы. Мискузи. Я эту миссию помню, блин. Она такая достаточно
Это самое запаристое, там стелсить надо в лабиринте. Побудь здесь, я разберусь с охраной. С охраной-то... Так, стрельбу нам нельзя, но нам можно вот так вот душить. Я душил их, блин. Всех не передушишь. Короче, надо всех, по-моему, передушить, вот этих товарищей. А ежели они тебя запарят, запалят, ты бы пизда. Блять, чуть не спалился, чунок. Самое главное, чтобы... Вот так он успел сказать. Только так. Но это пока что только так. Он чуть не спалил контору. Можно ли в этой части на трамвае кататься? Не знаю, нет, наверное. Олег, а может поиграть в Сайберия на PS1? Нет, Сайберия на PS1, извините. Это не мое. Я настолько сильно ретро что-то, честно говоря, не хочу. Да, как начальник меня в магазине душил, когда я план продаж не... Блять, сука, спалил, пидорас. Стелс! Баны. Извините за мат. Так, давайте сделаем паузу. Блин, а че? Вот как начнешь стримить, жара капец в комнате. По 35 градусов. Ну, задолбало этот компьютер. Миссия, вам это скажу. Довольно такая... Херовастая. Блять, ну короче, она довольно... Я стелс ненавижу, я сразу говорю. Есть такое понятие, как стелс. Я ненавижу стелс. Весьма прискорбно, но это так. Некоторые люди обожают. И вот стоит, сука, и не поворачивается, мразь. Да, блядь, стоит, сука, там, и все. Что ты шакал такой? Ну-ка, давай вот сюда вот. Блядь, и здесь ты не пройдешь нахрен. Вот как его обойдешь так, чтобы он не спалил, блядь? Камушки кидать нету. Чтобы камушки не покидаешь особо. Ну давай попробуем в другую тогда сторону. Так, здесь еще кто-нибудь есть? Блять, кто-то там ходит, посвистывает. Да, выходной. Так, вот я нашел товарища голубчика. Вот мы сейчас шваркнем. Сколько игру оценить? Да вообще шикарная игра, мне она очень нравится. 8 из 10. Не знаю, очень хорошая игра. Мне очень нравится. На мой взгляд, вообще прекрасная. Так.
Давай пока вот здесь пройдем-ка. Сейчас мы... Вот здесь охранничек ходит, нам надо его... Да. Вечерочек для поста. Чтобы на посту стоять, всегда хороший вечерок. Так. Вечерочек как раз для этих целей. Так, там дальше еще один был товарищ. Где-то здесь. Ну, там стоит он. О, блядь. Он как раз стоит. Сейчас мы его душить будем. Так. Вроде как почти всех придушил. Это дело хорошее. Здесь кто-то был. То ли это этот же. Но он там стоял на одном месте, как бы. Не факт, что это был тот самый. Да вообще их сложно как бы из-за кустов увидеть. Ну, вроде как никого нету. Хер его знает. Ну, аж надо. Короче, дело к ночи. Вон там есть товарищ, он ходит, который... Пошли его устранять. Блять, в этом лабиринте сам нахрен заблудился. Фото начальника нету, конечно, откуда у меня его фото. Так. Чёрт побери. Так, вот этого товарища надо нахрен утащить отсюда на всякий случай. То... Видите, какой он? Он такой очень... Опасно. Уже будет выходной. Выходного не будет у тебя, дядя. Вроде это были последние. Сальваторе! Сальваторе! Ты где там? Ты где там, Сальваторе? Сальваторе, иди ко мне. Куда пропал Перекрёсток? Перекрёсток страйк кинул на канал, даже два. Где он, блядь, её перныш театр-то этот? Сальвадоре, что-то я его не вижу. О, вот он. А вот и Сальвадоре. Так, ладно, пойдем. Ну а что там, с главного входа пойдем, что ли? Нет, главный вход-то, по-моему. Нет, с главного-то входа точно не получится. Что ты за медвежатник? Так. Ну, хочу. Картина? Хочешь сказать, сейф? Нет, вот если... Какая плазма? Это 30-е годы. Так, вон, смотрите, он какой товарищ. Аж глаза закрывает, насколько нравится. Кура, курва грёбаная. Алярм. Уже не важно. Скорее надо убираться отсюда. Войди, ядро, ядро. Думаю, они наверху. Так, ну чё, будем стрелять. Будем стрелять, ребятки. Причем жестко будем стрелять. Стрелять будем?
Причем жестко. Ну пойдем, чё. Курва, пойдем. Ёптать, блядь, нихуя себе. Жестко вышло. Стелс!